Производственно-технологическая и метрологическая база предприятия «Эльстаргазэлектроника» на сегодняшний день является одной из лучших в нашей стране. В процессе производства газоизмерительное оборудование подвергается механико-климатическим испытаниям на соответствии требованиям по надежности и точности. Выпускаемые компанией различные газовые счетчики и электронные корректоры объема газа проверяются на самых современных высокотехнологичных поверочных установках. Например, электронные корректоры проходят испытания на уникальном эталонном оборудовании по давлению и температуре. Высокоточных задатчиков давления CPC-6000 в России всего 3. Процесс поверки полностью автоматизирован. Для того, чтобы увеличить производительность по выпуску нашей продукции, мы совместно со специалистами отдела информационных технологий было разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс калибровки и проверки, а именно подключать два и более приборов одновременно и одновременно проводить с ними калибровку и проверку. Гордость предприятия «Эльстаргазэлектроника» – поверочная установка УПСГ-6500. Она предназначена для измерения объемного расхода и объема газа, поверки и калибровки различных газовых счетчиков. Установка имеет широкий диапазон расхода газа – от 10 литров до 6500 кубометров в час, что позволяет проверить всю линейку выпускаемых компанией счетчиков голубого топлива, начиная от диафрагменных бытовых до турбинных приборов учета, применяемых в промышленности. С помощью воздуходувов в испытательной магистрали создается разрежение воздуха. Такой воздух начинает поступать во входной трубопровод установки и проходит через проверяемый счетчик. И в зависимости от значения расхода через один или несколько эталонных приборов. Все управление автоматическое. Действие оператора сводится к минимуму. Необходимо задать лишь серийный номер, типа размер счетчика, прикрутить его к установке, задать программу, и дальше установка все сделает сама автоматически. Температура, давление, все в автоматическом режиме снимается, выводится на экран и затем протоколируется. Сложные, высокоточные, дорогостоящие поверочные установки требуют специальных условий эксплуатации. Первое требование – защитные меры электробезопасности. На участке определения метрологических характеристик счетчиков газа по всей длине поверочной установки проложена заземляющая шина. А на участке калибровки электронных корректоров рабочие места оборудованы заземляющими ковриками, а специалисты работают в антистатических браслетах. Статическое электричество, естественно, это может повлиять на работу прибора, потому что у нас электронная плата, электронные компоненты могут быть выведены из строя разрядом статического электричества. Также в тех помещениях, где проводятся испытания газоизмерительного оборудования, поддерживается определенная температура, влажность и давление. Все это способствует тому, что уникальное эталонное оборудование и внедренные специальные программные обеспечения позволяют выявить малейший брак. И можно быть уверенным, что неисправный прибор никогда не попадет к потребителю. Проверенные газовые счетчики газа и электронные корректоры отправляются на участок сборки измерительных комплексов учета потребляемого газа. «Эльстаргазэлектроника» – лидер на российском рынке по выпуску и поставке таких комплексов. Все разрешительные документы уже в комплекте. Чтобы выпускать такие надежные и качественные оборудования, мы приобрели хорошее эталонное оборудование, у нас большая эталонная база, как для поверки электроники, так и для поверки счетчиков газа. Каждый счетчик и каждый электронный корректор проходит обязательную приемку Центра метрологии и стандартизации, и об этом ставится отметка в паспорте на изделие, и со всеми этими документами прибор уходит потребителю. Измерительные комплексы «Эльстаргазэлектроника» на основе турбинных, ротационных, диафрагменных счетчиков газа и электронных корректоров нашли широкое применение во многих регионах России и за ее пределами.